Всем море приветов, друзья и гости моего канала. Всем бугагашечки, Нептун здесь, и я продолжаю класть кирпичи, пугаться до чертиков в игрушке «Не стучи дважды». Это третья серия, и мы остановились именно здесь. Нам нужно пойти в подвал. Но очевидно, что это единственное место, где я еще не был. Значит, мне туда. Вообще, я так понимаю, что по ходу сюжета игры мне нужно ритуал какой-то совершить, помните, там в подвале? И мне нужно 5 важных вещей, 5 артефактов. Кстати, вот здесь я находил где-то, ага, вот. То есть, возьмись. Вот видите, 5 частей, мне нужно ритуал призыва или отзыва сделать. Возможно, в моем доме живет нечистая сила, я могу ее прогнать вот этим. А, 2 из этих вещей я нашел, то есть, смотрите. Нужно. Духовный самоцвет, водяной самоцвет, огненный самоцвет, земной самоцвет, воздушный самоцвет. То есть, 5 элементов. Вода, огонь, земля, воздух, плюс еще элемент дух. А я нашел воду, помните, чашу? Потом я нашел горящую куклу. Возможно, это огонь. То есть, мне нужно найти еще 3 элемента, и я смогу прогнать эту нечистую силу. Вроде бы. Но где это все, бог его знает. И эта игра реально страшная, вот реально страшная. Мне даже здесь страшно, но каково было бы мне, игра, скажем, я в очках виртуальной реальности, я бы, наверное, здесь дрестал ходил. Просто вот такую кучу наложил сзади, и, допустим, я иду задним ходом, и такой об свою же кучу так дрижи спотыкаюсь. Потому что реально, иначе не представить. Жутко. Ну ничего, мы же, боже, и не такие игры проходили, правильно? И подходить. Кыш. Нечистая сила. Так, что у нас здесь? Зеркало. И листик какой-то. На протяжении многих поколений эту сказку рассказывали детям, которые убегали от своей матери далеко в лес. Ребенок наткнулся на дом, входную дверь которого охранял рогатый козел. Козел заводит ребенка в дом, из которого выйти уже нельзя. Многие видели пожилую женщину, блуждающую по лесу в поисках пропавших детей, чтобы отвезти их к этому дому. Сюжет всегда меняется, но козел в этой сказке есть всегда. А при чем здесь козел? Типа... Хлобысь? Это типа какой-то демон или дьявол? Который детишечек-то обманывает, да и заманивает в дом к этой ведьме. Боже, я все убоюсь уже. Воу-в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 оу, тихо, тихо, тихо. Ты давай тут мне это. Давай тут мне не шути так. Генератор заработал, видали? Внезапно. Сам по себе. Так, это типа подвал, но здесь все разрушено. О, еще один топорик. Какой лучше? Мне 2 топорика, зашибись. Надо было во вторую руку топорик взять. О, освещение появилось. А, это намек. Тут типа ручка есть. Окей, я сделал мостик. А здесь, видимо, нужно раздробить. Точно. Этот топорик, наверное, здесь положили для того, чтобы вдруг я свой потеряю, да, не дай бог. Ну, где-нибудь там по дороге. Так. Ну, какой милый Моби Дик. Эй, что это? Что это? Тихо, тихо. А чё с Моби Диком? Куда он пропал? Я так не договаривался. В общем, друзья, что-то как-то не внушает мне доверия этот мостик. И эта пропасть уж тем более. А вдруг доски гнилые, там термиты поели, и я упаду? А почему перестал работать генератор? Все как-то все еще плохо. Тихо. Кирпичи пошевелились, видали? Вот опять! Какого хрена? А, это змея? Или что это? Что это такое? А, это какой-то корень. Ой. Возьми, 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 возьми. Какой-то корешок. Боже, если бы он, допустим, сейчас пошевелился или в мою сторону прыгнул, я бы, наверное, все, я бы родил на месте.
Я сижу подсознательно, думаю, блин, не двигайся. А то я обосрусь, блин. Окей, ладно. Меня пощадили, да? Так, тут у меня есть что-то важное. Плюшевый медвежонок. И фотографии. Передняя сторона Хлои играет с моей диадемой. А задняя сторона. Разгреби камни, чтобы раскопать ее сгнившую плоть. Что? Подожди. Ее плоть? А, видите символ? Это, видимо, часть ритуального ингредиента. Что говорит раскопать камни? Типа, где-то здесь похоронена маленькая девочка или что? Ее, говорит, плоть. Разгреби камни. Вот эти, что ли? Ай. Да возьми, возьми топор. Или, типа, стенку прорубить. А, действительно, смотрите, здесь есть кирпич с изображением этого символа. А, схватить. Нужно вытаскивать их, а не разбивать. Там что, похоронено какое-то тело у диадемы? Так, ты исчезнешь? Все, она исчезла, зашибись. Я нашел еще один артефакт. Ой. Ой, кто-то плачет. Откуда освещение? Клетка! Клетка, а что так? Откуда она, клетка взялась? Эй, тебе помочь? Ау! Это был не я! Я тут ни при чем! Оно само упало! Оно само упало! Оно упало само! Окей? Твою мать! Жесть какая! Это типа ведьма? Так, допустим, а я не могу туда пролезть? Или туда не нужно мне? Мне нужно обратно топать? Ой, тараканы полезли какие-то. Фу. Там что-то очень неприятное по звуку. Ай, дай пройти. Блин, ладно, пофиг. Не буду больше здесь. Я думаю, что мне, скорее всего, нужно обратно топать, да? Искать что-то на выходе. Ой. Зашибись, вы что, охренели там все? Страх потеряли? Кажется, кто-то забыл мячик, друзья. Дверь даже закрыта. Окей. Куда мне топать? Так. Тут что-то поменялось. Смотрите, здесь туман появился. А птичка живая или нет? Появилась новая птичка? Ох ты твою, блин, гребаный гром. Ну-ка. Давай, загорайся. Давайте освещаем, освещаем, освещаем помещение. Не хватает темноты. Бог его знает, куда мне топать. Может, сюда? О, действительно, смотрите, здесь... А-а-а, это... Комната ритуалом. Опять дверь открылась. Черт, вы хотите, чтобы я опять туда пошел? Там же это... Скелетиха гребаная. Так. Ну вот, у меня есть символ вот такой диадемы здесь. Ну, типа сердце, да? Которое было внутри куклы. Это типа огонь. Кубок, это типа вода. Это все понятно. Мне еще нужно два ингредиента найти. Вот только что приоткрылась здесь дверь. Опять по второму кругу я сюда иду. Зачем? Зачем? Это самое неприятное место было, я помню. Там скелет за мной ходил. Фак. Тихо, телепузик. А... Что это такое? А где скелет? По-моему, это был... Ну, статуя скелета, только теперь здесь нет башки. Бррр. Окей, а вот и башка.
И типа нужно взять ее и поставить на место. Да, окей. Вот так, окей. Все на месте. Ну почти, почти идеально, почти как и было, да? Я выполнил задание. Так, гребаная статуя, как я ее ненавижу. Боже. Тебя не уничтожить топориком? Блин, да что ж делать-то? Я не понимаю, я прошелся опять по второму кругу. А, вышел. Туман пропал. Кстати говоря. Так, может быть, что-то в бассейне? Я, вот, честно сказать, я пока не знаю, что мне делать. Но туман пропал. Это, конечно, хорошо. Вот здесь открылась дверь. Она раньше была закрыта. О. Опять? Закрыта. Значит, я все правильно прошел? Или это какой-то телепорт гребаный? Я не понимаю, как так получилось? Подожди. Ну-ка обратно. Так, я вышел отсюда, правильно? Так, статуя скелета, стой на месте. Бежим обратно. Так, допустим. Я вернулся. Ну, рели, дверь закрыта. Так что от меня хотят-то? Твою ж мать. Боже. А, ну, нет, ну по идее, раз там все заперто было позади меня, значит, я шел правильно. Значит, по идее, я и должен был идти вот сюда. А дальше куда? Пойти обратно во дворик? Или в двери? Давайте зайдем в дом. Сейчас должно что-то поменяться. Да где ты? Ну, по-любому. Это начальная комната, в которой я начал играть. Пятна крови, все на месте. А за окном все так же льет дождик. Это, кстати, картина не поменялась, да? Все такая же красивая. Окей. Куда топать? Прикажете. А! А-а-а! Вот откуда я вылез. Я понял, где теперь эта дырка была в стене. Я еще в первой серии говорил, что там, возможно, секретный проход есть. Может, нужно на второй этаж топать? Как вы думаете? А-а-а! Точно, смотрите, здесь вот дверь была, в которую я не мог попасть, потому что она была заперта, да? По идее. Теперь у меня топорик есть. Да чё ж ты его роняешь вечно? Ванная. И мухи летают. Фак. Фу, какой смрад. Тихо, 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 тихо. Вы только не говорите, что мне нужно принимать ванную. Ой. Кости? Я пошел. О, можно выйти. Что там за кости плещутся? Кости плещутся в этой раковине. Слышь. Черт, я не могу уйти. А-а-а! Твою мать! Блять! Да дай выйти, это вонючая дверь! Блять! Да! Круто! Твою мать, я аж топор потерял от радости. Я что-то заметил, что я, короче, не могу отойти от ванны, как будто приклеился. У меня свечка погасла, ну-ка давай мне обратно ее. Твою мать, а? Дай топорик. Все. Кыш. Гребаные кости в ванной. Плохой. Я же сам изначально говорил, что плохая примета это. Все. Матрешка. Хлобысь. Что это? Я говорю, хлобысь сделай.
Ладно, тогда тебя уничтожу. Так, ну допустим. Допустим. Для чего все это было? Почему я не отражаюсь в зеркале? Объясните мне. Что-то с краном явно не так. Окей. Ну, делаю я водичку. Ну, делаю я ее сильнее. А, смотрите. Запотевает стекло, и тут какой-то пароль. 4862. Прикол в том, что, друзья, что я, ну, не знаю, куда его водить. Я не видел вроде бы ничего с кодовым замком. Или видел, или нет. 4862. Надо бы еще запомнить это дело. Гребаные кости, вы что, обнаглели, что меня так больше не пугаете никогда? 4862, окей. А где, а где, а где? А где типа сейф? Здесь? Ну-ка, здесь я тоже не был. Еще один топорик. Как мне... А, вот и сейф. Как мне любезно здесь оставляют топорики, друзья, смотрите, да? Ну, типа, Нептунчик, мы за тебя переживаем, вот тебе топорик, вот тебе еще что-нибудь. Так, картинка. В фольклоре упоминается о проклятии ее слуги. Тот, кто носит это ожерелье, будет выполнять приказы этого демона. Силы злой ведьмы ограничены на земле, поэтому она нуждается в помощи слуги или проклятой души. Сказано, что единственным способом для слуги демона этого обрести свободу является самоубийство или сотворение зла, чтобы кто-либо стал рабом вместо него. Че, моя мать типа была рабом? Или что? Или я как-то не все понимаю? Прочесть. Почему нельзя разбивать зеркало? Кстати, зеркало статичное. Видали? Ну, то есть огонь без движения. Это очень странно. Халабыська. Уничтожить, уничтожить. Процетамол везде разбросан, да? Еще один топор. Че так много топоров? Один топор, вон там второй топор. О! Ты же не будешь, типа, знаешь, там колодец какой-нибудь, звонок. Мертвая девочка, да? Так, окей, тряпка. Так, какой там был пароль? Я уже забыл. 4, 2, 8, что-то там? Ну, подожди. 4, 8, 6, 2, все. 4, 8, 6, 2. Да, неудобно. 4. Восемь. Шесть. Два. Эй, воу-воу-воу-воу. Эй! Это еще какого хрена? Что-то тут на потолке что-то появилось. Бляха-муха. Какая же жопа, а? О, она пропала. Или нет? Или оно где-то в комнате. Под диваном. Что-то дичь непонятная. Ну-ка, подожди. Лобыська? О, колечко, выйдено крылечко. Это еще один, да? Да, это еще один ингредиент. Для ритуала. Слушайте, прикольно. Я все плавненько продвигаюсь дальше. Черт, как же это все напрягает, реально. Звуки в этой игре просто жесть. Так, ну здесь я был. По идее. А там, помните, прошел демон в дверь? Но двери-то не было здесь. И до сих пор нет. К
кстати говоря. Опять клетка появилась. Опять! Клетка и опять надпись «She mine». «She is mine». «Она моя!» Это, видимо... Кто бы это ни был, это ведьма, она... Забрала мою матушку? Или, подожди, я же за матушку играю, значит, она забрала Хлою. Мне нужно спасти Хлою. Привет, чудила. Опять картины поменялись. Стали до более жуткими. Так, что я мог еще пропустить? Дайте мне намек. Куда мне топать? Так, окей, вот диадема, сердце, кубок, а вот колечко висит. Осталось только дух. Может, это я буду духом? Пам-пара-па-пара-па-па-пам. Нет, я не буду духом. Не, ну почему? Было бы логично. Дух типа душа любимого человека, душа матери, которая будет оберегать Хлою. Так. Ну, это я все читал. Что мне нужно здесь делать? Как-то их зажечь? Активировать, нет? Так. О, младенец вернулся. Ты будешь тоже двигаться, да, или нет? Я помню, что ты пропадал. Начинающий скульптор, блин. Так. Чё-то я, друзья, вообще не знаю, куда топать. Давайте опять пробежимся по всем коридорам, по всем домам. Проверим, будет ли здесь открыта дверь. Дверь заперта, значит, это хорошо. А эти ручки я так просто сбить не могу. Это вам не шутки. Значит, туда нам идти по сюжету не надо. Ну, хоть на этом спасибо. Так, здесь открыто. Значит, возможно, сюда топать. Опять? Там дождик. Голова до сих пор здесь лежит. Я все сделал правильно. Статуя скелета на месте. Хорошо. The fuck? Кстати, клетка-то не пропала. А, пропала. Только что. Она была здесь, вот я видела сквозь решетку. А за окном вроде бы никого нет, да? По крайней мере, я не вижу никого. Ни одной живой души. Там птичка? О, птичка! Клюет зернышки. Видите, я могу ее сжечь, типа. Опять. Да я даже ее не трогал. А может это последний ингредиент? Ну, типа дух? Ты не дух? Блин, че делаю? Ну, а вдруг? Птичка это дух. Ну, типа живая душа. Нужно ее просто унести. Туда поставить. На место. Эй. Она не хочет дальше пойти со мной. Твою мать, тихо. Все, она там не проходит. Так будет невидимый барьер. Все, ладно, валяйся здесь, птичка. Ну хоть убейте, не знаю, что делать. Там невидимый барьер, и птичку туда нельзя положить. Мой дух тоже не прокатывает. Что тогда еще нужно сделать? Я уже везде пробегал, везде все активировал, везде был, везде все открыл. Ну, не знаю, друзья. Может быть, в игровую комнату заново потопать? Никаких звуков, никаких ориентир. Хватит ронять топоры. Где же последний ингредиент? А, подожди, а ну-ка, могу я вот так? Нифига себе, точно. Можно теперь шкафчики разбивать уточкой? Я нашел уточку. Видали, друзья? Ее нельзя разбивать. Ну, это прикольно. Ну, подожди, бро. Это вообще-то важно? То есть я нашел
способ в шкафчики заглядывать. Причем, это ведь не единственный шкафчик, тут их было много, по идее. Давайте-ка мы все найдем. Возможно, в одном из шкафчиков лежит что-то важное. Они же не просто так заперты, правильно? Так, в подвал до сих пор можно заходить. Но я думаю, что это неправильно. Так, тут что? Типа шкафчик? Ох ты, твою мать, тихо. Даже батарея против меня в этой игре. Гребаной батареи. О, слышите? Кто-то играет. Опять-то Калинка. Это что? Это радио? Радио, ты чё? Радио, не пугай меня так. Опять-то Калинка, Калинка в саду ягоду, Калинка росла. И нафига ты начала играть? Возможно, это радио как бы намекает, что мне где-то здесь нужно найти выход. Ну, ответы. Я не вижу ответов здесь. Зачем это радио меня сюда привело? А? Радио, зачем ты меня привело сюда? Объясни мне, в чем смысл моей жизни? Окей, так. А где еще полки? Я помню, были еще запертые полки. Где-то. Может, на втором этаже? Блин, Рили, я помню, но... Не помню. Я помню, но не помню. А, вот. Хлобысь. Что? А, здесь матрешка. Ну, окей. Зачем только я их собираю? Не знаю, что дальше делать. Здесь, по идее, мы тоже были. Все мы проверили, все читали. В шкафу мы тоже были. Ой. Пивная банка. Больше шкафчиков я не вижу. Опять клетка появилась. Да вы чего? Саду ягода, Калинка. А здесь, случайно, этих шкафов таких нет подобных? Ну, здесь точно нет шкафов. Может быть, на первом этаже? Что-то, что можно разбить. Блин, или реально, или может ритуал нужно провести? Я не понимаю. Что вам от меня нужно? Эй, демоны. Огонь, вода, воздух и земля у меня есть. Мне не хватает духа. Может, типа, картину положить? Хлобысь? Это было бы глупо. Да, пустая коробка. Ой, друзья, без понятия. Не знаю, что делать дальше. В общем, друзья, совершенно не знаю, что здесь дальше делать. Где этот последний пятый ингредиент? Наверное, все-таки серию здесь закончу. Еще без видео побегаю, найду какое-нибудь решение и сниму четвертую серию. Конечно же, мы там, видимо, будем проходить игру полностью. К тому же, ну, раз последний ингредиент и будет ритуал, возможно, это будет последняя серия. Хоррор-то недолгий, судя по всему, да? Поэтому всем спасибо за внимание. А вот этой надписи я не видел. Друзья, спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун, всем пока-пока.